Победителей и призеров конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» наградили во вторник. Среди лучших сразу два мытищинских предприятия. Мы награждаем одних из самых главных людей в туристской индустрии Подмосковья. Это непосредственно бизнес и непосредственно участники этого процесса. У нас здесь две номинации. Это лучшая организация туристской индустрии. Ну, это, сами вы понимаете, наверное, отели, рестораны и так далее, весь сервис. И лучше по профессии, что немаловажно. В номинации «Бизнес-отель года» первое место получил оздоровительный комплекс «Клязьма» Управления делами президента Российской Федерации. «Артур Спа-отель», находящийся также на территории нашего муниципалитета, был удостоен первого места в номинации «Лучшая загородная гостиница». К тому же сотрудник этого отеля Надежда Нуждина названа лучшим менеджером службы приема и размещения гостей и теперь представит Московскую область на конкурсе федерального уровня. Кроме этого, в ходе мероприятия назвали победителей в номинациях «Мини-отель», «Отель года», «Эко-отель года», «Туроператор года», «Лучший экскурсовод», «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший менеджер внутреннего и въездного туризма». Конкурс проводился среди организаций туристской индустрии региона в целях повышения качества обслуживания туристов, продвижения регионального туристского продукта и формирования благоприятного имиджа предприятий туриндустрии Подмосковья.